спички. Спички. А, вот спички. Да, вот такие спички. Вот так вот у нас первый день проходит. Сжигай. Не успели приехать, как уже срочно понадобились шашлыки. Ага. Ну-ка, все. С одной спички, видишь? Удалось. Вот здесь мы живем. Вот у нас такая беседочка. И здесь будем жарить шашлык. Отдохнем сегодня, посидим. А завтра уже поедем в город гулять. Вот такая территория охраняемая. Никого постороннего здесь нет. Только люди, которые живут вот в этих коттеджах. Дети спокойно сами гуляют, перемещают. Ну, не наши, мы наших еще не выпускали, потому что они территорию еще плохо знают. Там есть детская площадка. Ну, я попозже все покажу поподробнее. И номер покажу, и саму территорию. Ну, нам тут понравилось, конечно. Так, что тут у нас происходит? Ну, покажи. Папа, где-то это взял. Тут у тебя? Мяско. Ну, быстро сейчас. Замариновали, буквально там за полчаса Даня замариновал. В тот раз ездили в перекресток, затарились продуктами, все самое необходимое. Мы здесь будем жить 2 недели, поэтому, да, нужно было продуктов купить. Вот, а Даня со вчерашнего дня еще мечтает о шашлыках, поэтому сегодня у нас без вариантов. Завтра мы, скорее всего, поедем в парк Ривьера. Центральный парк в Сочи, чтобы дети там поразвлекались, поиграли, на аттракционах каких-то покатались. Зайдем, наверное, на пляж Ривьера. Там мне надо зайти к одной девочке знакомой. Она сейчас открыла там свою кофейню. Очень крутая концепция, очень качественный кофе. Вот, хочу прийти и поболтать с ней, и кофе подегустировать. Вот. Покажу вам потом. А машина теплая. Шампура. Процесс идет. Шампура это для мамы. Это наша, да? Грильница. Решетка. Наша. Намирон. Привезли из Питера решетку. А тут и решетка есть, и шампура, но мы решили вот на нашу. Не надо, блин. Здесь есть, в других местах нет. Ну да. Мангал, наверное, в следующем доме придется покупать самим, я думаю. Ну, решеточка у нас уже есть. Сходила сейчас за вот этой вот прелестью. Хлебушек, наверное, попробуем пожарить. Пойдем садиться за стол, перекусим. Ю-ху! Приехал, припарковался. Давай я думаю, что покушаем шарфу. Ты что? На воздухе шашлык должен быть. Сосами вместе. Ну что? Так интересней. Да, Мирушка? Шашлык надо есть на улице. Аккуратно. Вот уже почти что все готово. Ой, пальчики оближешь, да, Даня? Ну, запах. Ну, просто вкусняшка. Куда-то наши парни убежали. Сейчас все самое главное пропустят. Мы все съедим без них. Сижу тут после шашлычка. Пью чаек с молоком. Работаю потихонечку. А парни играют в прятки. Тут у нас такой номер, что вообще есть где спрятаться. Куча мест. Мирошка ищет Тему сейчас. Где Тема-то? Ну-ка, иди ищи. Тёма, ну-ка, дай позывной какой-то. Ну, кто там? Это папа из ванной выходит. Это не Тёма, Тёма что-то помалкивает. Ищи скорей. Ищи скорей. Иди хорошенечко все посмотри, что ты ходишь. То Барнис хватит, то водичку. А Тёма молчит, да, притих. Не выдает свое местечко. Скажи, Тёма, ты где? Тёма! Ты где? Да, действительно. Целый день я тебя поискал. Да, никак не найти его. Хорошо спрятался. У нас тут уже стирка в первый же день образовалась.
Джике вообще некогда было стирать, поэтому мы оттуда все сюда привезли. А вот в первый же день перестирали. Фух, сейчас пойдем на набережную гулять. Через минуток 20. Сейчас уже жара спала, 6 часов. Пойдем свяжемся к морю. Такая территория тут красивая. Очень ухоженная. Вся травка подстрижена. Растения тоже так выровнены, все такими аккуратненькими. Чего ты делаешь? Аккуратные все такие деревца, кустики стоят. У Тёмы из кармана золото выпадает. Правда? У Тёмы из кармана золото выпадает, говорит. Где пальма? Вот, вот, вот. Вот, очень разносит. А вот это? Да. Это мы вышли вот на туристическую эту улицу. И Мироша у нас тут вытанцовывает. Ой, я не могу с тебя, Мирон. Ух ты, прикольный вообще. Собор от музыки двигается. Ну вообще. Пока гуляли, нечаянно завернули на пляж. Но купальников с собой нет, поэтому мальчики только босиком здесь походят. Купаться не собирались. Все, короче. Мы стояли, теперь ныряют. Одежда мокрая. Здесь у нас бережочки. А мальчики у нас там мировые. Брат, ты что бросил? Кривляешься, а брата бросил. Тём, будь рядом с ним. Хорошо. Вода холодная? Нормально. Так, все, отдохнул. Не вытащить, наверное, теперь. Вот и вот так вот мы пошли погулять по улице, разведать и все. Мальчики нам все планы перебили. Ну пусть поплавают, они же долго это будут. Мироша, сюда иди. Выходи. Сидит. Гуляем сейчас возле набережной, тут улица. Набираем персики. Сейчас за клубничкой пойдем, еще с черешней. Мироша, не стучим. Ну все, мы уже вернулись домой. Даня с Тёмой пошли домой кушать персики, черешню. А мы с Мирошкой решили заглянуть вот в нашем комплексе на детскую площадку. Вот. Ну что-то он там снял вот носочки с ботинками, решил здесь походить. Просто погулять. Массаж ног. На этой площадке даже родители нет. Дети все самостоятельно гуляют, вот из этих домиков выходят. Так как территория закрыта, и они отсюда никуда деться не могут. И машины тут, можно сказать, не ездят, только вот кто заезжает на территорию, чтобы припарковаться, могут проехать. Вот там где-то наша машина стоит. Там. Миру, что детей еще не знает никого, так осторожничает. Осторожничает. Ну, пошел, пошел уже. Общаться хочется. Мирош, ты что носишься? Ага, так. Кажется, кто-то устал. Кому-то спать пора. Бедненький. Мирон, что там у тебя случилось? Так, скорая помощь прибежала, проверила, убежала.
Смешной. Ну ты что там, Мирон? Устал? Ты что, устал? Бумц. Ой. Ну все, ты устал. Пойдем домой, зайка. Опа, мы тут пришли. Она ждет вот такая красота. А где клубника? А мы ее не купили, потому что как-то не попалась нам хорошая. А почему? Чтобы на вкусняшку кушать.